пальцами на ногах. Он ведь жил в одном из этих домов. Не заговаривай мне зубы. Юна, что он тут делает? Я запретила ему идти. Я хотел помочь, господин. Буду сидеть в Ерикаве. Какой от меня толк? Ну и пусть, зато живой. Мы ищем пропавших воинов. Ты этому не обучен. Я научусь. И я не буду мешать. Хорошо. Но будь осторожен. И слушай сестру. Да, господин. Что лучники? Местные видели их здесь. Но мы пока нет. Идем искать. Кто-то их убил. Да, но не мы. Раны от стрел. А где стрелы? Вытащили и вернули в колчан. Признак умелого лучника. Следы. 3-4 человека. И куда они пошли? Давай выясним. Тут мы ловили сверчков. Раз в неделю, не реже. А потом делали крохотные клетки из бамбука. А ты помнишь, зачем мы ходили ловить сверчков? Нет. Чтобы увести тебя от матери. Когда она злилась и хотела выместить на ком-то гнев. Вот я и находила тебе дело. Следы ведут к этому дому. Кажется, здесь жил самурай. Однажды он одолел заезжего борца с... Така! Простите. Осторожней надо быть. Заглянем в дом. Осмотрю снаружи. Сыновки. Здесь они спали. Ну, хоть медведь их не убил. Медведь съел почти всю еду. Может, поэтому я до сих пор жив. Он был не голоден. Наконечники, тетива, кожа, чтобы варить клей. Здесь были лучники. Дин! Така! Я кое-что нашла! Смотрите, угли еще теплые. Лучники были в этом доме. Они где-то рядом. Они украли у монголов порох. Они мне нравятся. Следы. Вон они! Поднимаются наверх, к утесам. Они прячутся не без причины. Не высовывайтесь и не зовите их. Самурай! Живой! Идите сюда! Это вы лучники из Ерикавы? Их мало осталось. Нас поймали, когда мы искали припасы в лагере. Еле ноги унесли. Где остальные? Их схватили и увели сюда. Мы можем помочь. Похоже, вы умелые воины. Я Дайкоку. Дин Сакай. Сакай, да? Но главное не Симура. Осмотрим этот лагерь. Тюремный обоз. Похоже, монголы готовы отправляться. Дальше поведут в лагерь на другой стороне старой Ерикавы. Надо атаковать, пока не ушли.
Вот твои лучники. Все живы и здоровы. Их надо освободить как можно скорее. Открыто нападать не стоит. Мы знаем, куда они едут, и можем устроить засаду на пути. В этих местах трудно прятаться. А старая Ерикава? Крыши по обе стороны дороги. И украденный порох пригодится. Что, вы его нашли? Да, хорошая мысль. Хорошо. Вперед, нужно обогнать монголов. Монголы едут сюда. Така, спрячься в одном из домов. Нет, я останусь здесь. Буду сражаться. Дин, скажи ему. Пусть Така сам решает. Вот ты его и защищай. Тебе страшно? Нет. Не то чтобы... Немного. Юна ничего не боится. Наверняка и вы тоже. Может, со стороны незаметно, но все чего-то боятся. Даже Юна. И вы? Да. Когда монголы схватили дядю, я боялся, что потеряю последнего родного человека. А Юна боится потерять тебя. Без нее я был бы мертв. Я тоже. Вот они. Когда монголы приблизятся, я выстрелю по бочкам. Господин Закай, я не могу. У тебя получится, Така. Используй свой страх. Да, господин. Уже пора? Пока нет. Не щадить! Вот они. Когда монголы приблизятся, я выстрелю по бочкам. Господин Закай, я не могу. У тебя получится, Така. Используй свой страх. Да, господин. Уже пора? Пока нет. Они ведь уже достаточно близко. Не щадить! Господин
Олег Булчич! Господин Сакай! Славно, Дайкуко. Отведи своих людей в крепость Ирикава. Сейчас отведу. Я знал, что вы Сакай, но не подозревал, что вы призрак. Вы поможете нам снять осаду? Как решит Удзимаса. Я его уговорю. Люди не лгут. Никогда не видел такого воина, как вы. Надо было больше еды взять. Така, иди с Дайкуку. Мне нужно поговорить с Дином. Буду ждать дома. Получилось? Дин, Таку чуть не убили. Я видела, как он упал. Не волнуйся. У него все получилось. Зря я ему позволила. Юна, ты хочешь защитить его, но лишь тянешь назад. Так и не боец. Он способный. Я лучше знаю своего брата. Ты не сможешь всегда защищать его. Мне решать, что для него лучше. Ты думай о своей семье. Я пойду назад. Мы еще не сняли осаду. Я догоню. Если нужно заточить оружие, это я могу. Господин Сакай, вы вернулись? Така, благодаря нашим усилиям, Ирикава сможет дать отпор врагу. Можешь гордиться собой. Надеюсь, что так. Но монголы за стенами теряют терпение. Они поняли, что Ирикава не сдастся. И теперь захотят отплатить. Они нападут ночью? Вряд ли. Скорее не дадут нам спать и пойдут в атаку утром.
Отдохни, пока можешь. Чуть не забыл. Юна в башне. Она хотела с вами поговорить. Спасибо, Тарка. Сакай. Подготовка к обороне идет неплохо. Дай, как усказал, мы обязаны этим призраку. Благодарю. Но это не изменит моего мнения о вашем дяде. Это не важно. Самураев почти не осталось. Вы нужны нам. Вам нужны те, кто примет удар. Люди Ирикавы славятся отвагой и воинским мастерством. Больше всего нам нужно это. Я подумаю. Уже не спишь. Они перебили самураев. На что надеяться простым крестьянам? Мы должны попробовать. Тебе это нужно больше, чем мне. Кэнси потом до ночи ходил в одной сандалии. Отвратительно. А вот мать моя очень любила. Вместо воды пить могла. А когда все выпивала, страшно злилась. Кричала на нас. Где мой чай? Очень требовательная женщина. Когда Таки было 6, она сломала ему руку. Я его забрала. Мы убежали подальше от нее. Спустя месяц ее нашли мертвой. Тело лежало на улице. Защищать брата было смелым поступком. Порой выбора нет. Можно лишь уйти подальше от всего. Дин, началось! К воротам! Что бы ни случилось, мы не отступим. Дин! Юна! Монголы! Вперед! Близко! У главных ворот! Если прорвутся, мы их остановим! Вот он! Это призрак! Призрак! Спаси нас! Така! Уведи в башню всех, кто не может сражаться! Люди! Прячьтесь в башне! Скорее! Они у вас!
Не отступайте! Пусть каждый монгол, который сунется за стены, умрет! Не дайте им пройти! Лучники! Убить их! Да я рекову! За призрака! Остановите их! Они отступают. У них почти нет потерь. Что за хитрость? Хотят нас выманить? Нет. Вы держите оборону. Укройтесь в крепости. Я к осадным орудиям. Я пойду с тобой. Нет, там твой брат. Сам не
его! Ты орза! Осадное орудие. You! Bitch, I love you!
Oh!
Убийцы! Одним меньше. Прорвались. Но мы их все равно прогоним. Вернуться в крепость будет непросто.